У день вызволения города для хамельчан и гостей областного центра будет представлена реконструкция одного из эпизодов боевой операции у листопаде 1943 года. Початок реконструкции, которая отбудется завтра у районе Волотовских озер, призначена на 12 годин. Усяго в мероприемстве примут удел каля 100 человек. Громадянское насельство сыграют члены Белорусского республиканского союза молоди. А военными, как советскими, так и немецкой армии, будут представники клубов исторических реконструкций из Гомеля, Минска, Гродно, Могилева и Санкт-Петербурга. При этом будет задействована техника часов Великой Айчинной войны, как с приватных коллекций, так и фондов областного музея военной славы. Глядачи увидят эпизод наступления Червоной армии у районе Гомеля. Мы сейчас реконструируем одну из советских механизированных колонн, которая подъезжает к перекрестку, где еще немцы, узловому перекрестку, через который отходят немецкие части. Значит, и Красная армия пытается сходу, пока немцы дезориентированы отступлением, взять и захватить данный ключевой перекресток, который находится у нас под Гомелем. В ноябре 1943 года, 20 число.